Голые стены в этой квартире очень скоро превратятся в уютную двухкомнатную квартиру. В рамках социальной программы сегодня 60 сотрудников компании «Бавария» получили ключи от новых квартир. Среди них трактористы и повара, технички, администраторы, кассиры и пекари. Стаж работы у всех разный. Некоторые не проработали и 3 лет, а некоторые трудятся на фирме более 10. Квартиры здесь получили сотрудники, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Большинство из них раньше жили на съемных квартирах. Мира Хутинаева сегодня впервые входит уже не в съемную, а в свою собственную квартиру. Девушка 8 лет проработала официанткой. Это очень большая помощь, тем более сейчас на рынке жилья очень дорогие цены, новостройки там вообще бешеные цены. Но нам, благодаря нашему руководству, получилось так, что нам и беспроцентно, и ниже рыночной стоимости. Это для молодой семьи это очень много, иметь свой угол, чтобы никуда не идти, ни от кого не зависеть. Первый камень в основании многоквартирного дома заложили еще летом. За полгода построили многоэтажку. Жилплощадь для своих сотрудников компания отдает по себестоимости. Если рыночная цена одного квадратного метра в среднем стоит порядка 35 тысяч рублей, то здесь до 22 тысяч. При этом сумму не нужно выплачивать сразу. Сотрудники фирмы получают беспроцентную рассрочку на срок от 5 до 15 лет. Ремонт тоже за счет работодателя, но потом эту сумму включат в стоимость квартиры. Всех новоселов сегодня поздравил председатель правительства Сергей Такоев. Вот в канун Нового года это как раз очень хороший подарок, и можно искренне пожелать, да, что вот в 60 квартирах постоянно были 3 пирога, что было очень много поводов хороших вас поздравлять чем-то, с рождением детей, с каких-то позитивными изменениями в вашей жизни. И дай Бог вам счастья, успехов, ногбанат. Амон чинут, много ажахуржах. Среди новоселов очень много молодых семей с детьми. Для ребятишек здесь скоро появится и своя детская площадка. В рамках частно-государственного партнерства эту социальную программу поддерживает и руководство Владикавказа. Мэр города помог с получением земли под строительство здания. Сейчас рассматривается еще ряд подобных проектов. Возможно, уже совсем скоро еще несколько десятков сотрудников компании получат собственное жилье. Яна Гайгиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Thank you.